Междугородние билеты будут продавать только по документам. Сегодня вступают в силу федеральные правила перевозок пассажиров и багажа автотранспортом и городским наземным электрическим транспортом. Такую информацию опубликовал сегодня на своем сайте Минтранс Чувашия. Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, необходимо будет предъявлять при покупке билета на межрегиональные маршруты. Это правило относится к автобусам большой и средней вместимости, маршруткам, отправляющихся с автовокзалов. Вводится такая же система, как и на ЖД и авиатранспорте. В Минтрансе подчеркнули, что информация о перевезенных будет доступна только правоохранительным и контролирующим органам. В Управлении государственного автодорожного надзора по Чувашской республике отмечают, что в преддверии универсиады введены строгие правила пропуска маршрутного транспорта в соседний регион. Разрешение на въезд в Казань будет только у регулярных рейсов и личных автомобилей.